почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Известный писатель и драматург Сергей Носов родился в Ленинграде и всю жизнь провел в этом завораживающем и незабываемом городе. Мы говорили о его книге, посвященной петербургским памятникам, отличающейся неординарным углом зрения на тайную жизнь этих самых памятников. И вот он принял решение, которое сформировал в виде диалога-эпиграфа книги о Петербурге. Удивительное место, я там родился и вырос. Хочу рассказать о нем. Как называется? Петербург. Вы серьезно? О Петербурге уже все есть. Да ладно, моего нет. Носов выполнил просьбу издательства написать такую книгу, чтобы она не была похожа на другие книги, чтобы это было авторское произведение, авторский текст. Писателю это показалось не слишком привлекательным, но любовь, увлеченность и преданность своему родному городу сыграли свою роль. И он, понимая, что о Ленинграде, Петербурге сказано много, решил высказать свое мнение, разобраться в собственных чувствах и собственном видений. Он вывел формулу. Интересна не только история сама по себе, но и восприятие истории. История – восприятие истории. Получился увесистый том, почти в 600 страниц, где нашлось место и птицам, и Достоевскому, и проходным дворам, и блокаде, и каналам, и наукам, и Петербургу книжному и выпивающему. Несколько глав посвящены имени города. Сергей Носов и тут разглядел какие-то мистические подтексты. А ведь и правда, почему всех преследует навязчивое желание не назвать город, а использовать заезженные штампы типа «Вторая столица», «Город трех революций», «Северная Венеция», «Криминальная столица», «Город белых ночей». Может, у города есть какое-то тайное имя? Петру Первому, как и Ленину, в книге уделена не одна страница. Если первый любил и создавал этот город, то второй прятался по конспиративным квартирам, сидел в Петропавловской крепости, проводил революционную работу, кормил комаров в разливе, здесь умерла его сестра и казнили брат. Поэтому у города появилось новое имя – Ленинград, а сам Ленин перебрался в Москву. Книга о Петербурге – это книга о сокровенном и сакральном. В нем, в этом городе, все совсем связано – дворы, стены, каналы. А писатель щедро делится своими любимыми секретными адресами. Книга о Петербурге Сергея Носова получилась яркой, познавательной, мистической, а главное – заразительной. Читатель в очередной раз влюбится в этот город на Неве и захочет новых встреч с ним. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».